доброй ночи всем. Идем навещать Бусинку. И, как всегда, несем ей. Да, Шерри? Шерочка. Бусинку пойдем навещать. Как всегда, несем ей целую тарелочку. Ой, не знаю, что. Ну-ка, Бусинка у нас. Бусинки что-то не видно. Бусинка. Так, давайте посмотрим, где у нас там Бусинка. Тут нет ее? Тут нету. Ну-ка. Шерочка пришла у нас. Где наша маленькая Бусинка? А, Бусинка, привет! Пора просыпаться тебе, куколка моя. Пора. Пора, 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 пора. Пора. Сейчас мы тебя покормим. Давай. Каждый раз у нее пустая тарелка с утра. Я ей и морковка, и оругала, и листья салата, и сыр, и немножко дикого риса. И, значит, у нее здесь кукурузка вареная. Ну, ресторан подан. Как заказывали? Ой, она знает свою тарелочку, да. Ой, прям не выходя из дома. Как этот Винни-Пух? Выходи, дорогая, выходи. У тебя тарелочка подана. Давай. Ну, будешь выходить, нет, хвостатик? Интересно. Чучундрик. Ну, Чучундрик. Сейчас спать пойдем. С Бусинкой немножко поболтаем и пойдем спать с тобой, да? Кушай. Кушай, кушай. Кушай, моя девочка. Шерри. Бусинка у нас любит ресторанчиковую еду. Любит, что ей приносим все время все разное на тарелочке. Сейчас вот она это съест за ночь. Утром я прихожу, у нее уже полностью чистая тарелка. Ну, конечно, половину она прячет там. Поэтому, конечно, вычищаю. А Шерри-то изгаляется у нас. Шерри-то у нас изгаляется. Вон, смотрите, жопка-то наверху, лапы-то внизу. Сидит, ждет, когда Бусинка опять придет. А Бусинка на даче барбекю делает, можно сказать. Взяла из тарелочки и побежала маленький домик кушать на второй этаж. Ждите меня, когда я там приду, да? Бусинка, скажи. Обещано, а 3 года ждут, поэтому... Ждите, коли хотите меня увидеть, да, Бусинка? Сейчас она у нас. Девочка моя, все спрашивают на канале, а где ваша Бусинка? Где ваша Бусинка? Никто не спрашивает, где ваша котяра. Скажи, я тут как тут, везде. Попробуй меня только, скажи, не пусти куда-нибудь. Да, Шерри? А это у нас принцесса. Принцесса Турандот. Вот она и выглянула из домика и сидит. Сидит. Бусечка моя. Глазками хлопает. Ну нет, по-моему, глазками. Я не знаю, моргает они, кстати, или нет. Даже вот не знаю. Девулька моя. Иди кушать. Иди кушать. Ты что, не видишь, что ли, мама тебе сыру принесла твоего любимого? Ну-ка. Ну-ка. Ой. Тебе надо все подать, да? Вот если подадите, скажи, я с удовольствием. Да, все кушает она. Очень у нее хороший аппетит, у нашей Бусинки.
Кушает она, ни от чего, как говорится, не отказывается, да? Ни от чего не отказывается. Все с удовольствием принимает, кушает, тарелочку вычищает. Ну, чего ты там увидела? Ой, Ширунечка моя. Ширунечка очень любит смотреть на бусинку. А бусинка так еще подумает, выходить к вам или нет. Да, бусечка? Ну, вот так вот я постою. Шерина наверху на клеточке посидит. Мы бусинку покормим и уходим. Я закрываю дверь, и бусинка тут бегает, крутит свое колесико. У нее здесь сухая еда, и у нее вот эти вот любимые ее. Она почти уже догрызла все, вот это вообще пустая. Надо покупать. Она очень любит, она об них зубы, можно сказать, точит. Да, бусинка? Выходи, моя куколка. Выходи, мы к тебе пришли. Нам контент нужен. Давай, выходи. Да. Мы тебе тут, можно сказать, и то, и все. Вот рис тебе, смотри. Рисинка. О, рисинку тоже любит очень. Я такой специальный дикий рис ей варю. Без соли, без всего. И кукурузу я тоже ей варю. Из банок ей не даю. Спросите, откуда кукуруза? Откуда дровишки? Из лесу вестима. Нет уж, иди сама-то ешь, чего ж совсем-то. Тебе прям с рук, что ли, все подавать? Тоже такая стала, ну, как ее, избалованная. Все с рук дайте, она будет есть из тарелки. Ну, хотя за ночь съедает все, конечно. Ой, ой, ой. Потягиваешься, что ли ты? Или ты кого? Выглядываешь Шерри нашу? Шерри выглядываешь, а Шерри тут как тут. Вот, пожалуйста. Она уже, как говорится, на посту. Бусеночка моя. Маленькая бусеночка. Пошла. Пошла. То в одну комнату, то в один угол зайдет, то в другой угол зайдет. То пойдет помоется. Нет, это у нее туалет. Ну, хотя она иногда писает и у себя дома, поэтому приходится чистить. Не знаю, вот когда мы ее купили, она, конечно, в туалет хорошо ходила. Потом я начала переставлять в разные места этот туалет, и как-то я ее сбила, видимо, и не знаю. Потому что у нее и там написано. Вот, но она здесь тоже очень любит кувыркаться. Потом у меня здесь есть ванна ее, в которой она моется. Да, Буся, мы сюда ее ставим. И она в эту ванночку. Иди. Иди купайся в ванночке. Иди, моя девочка. Да чего она хороша у нас? Да? Шерри. Шерри. Покажи, как ты бусинку любишь. Ну-ка. Как? Ой-ой-ой, прыгнула-то как сильно, господи. Ну, смотрите мордаху эту. Вы посмотрите на эту мордаху. Дига-дигочка моя, усястая. Давай, моя милая, давай я тебе покажу ванночку твою. Давай. Я ванночку-то не могу же эту оставить здесь, потому что она ей будет мешать бегать. Поэтому она немножко там пороется, помоется. Вот даже сегодня что-то не хочет. У тебя желания нет в ванночке посидеть, что ли? Ну? Ты стесняешься, что тебя голенькую будут смотреть на тебя, да? Или чего? Куда ты поперлась? Да, вот тут у нас уже она это... Каштанка наша сидит и ждет, когда ты пойдешь гулять. Да? Да. Каштанка тебя ждет уже. Быстрей, быстрей. Вот от каштанки уже закрываем, чтобы тоже ничего тут не взяла из песка. А кто у нас каштанка? Это у нас маленькая девочка. Ну-ка. Ну-ка. Какая она хорошенькая у нас. Наша Шерри. Скажи, я никогда никого не обижу.
Скажи, поиграть хочу, но правда мои игры никто не понимает. Моя куколка любимая. Ну, вернемся к маленькой девчушке к нашей. Я сегодня девочке рисовала целый день. Кстати, давайте вот вам расскажу. Картины, которые я сказала показать, не могла на прямом эфире, да? Вот, я, значит, отнесла их друзьям. Вот сейчас вам покажу. Девочки, мальчики, оцените. Эту картину уже, эти две картины не покажу уже вам на прямом эфире, потому что сейчас отнесу ее своим, ну, друзьям, да, друзьям, моим клиентам, которые дома у меня купили здесь, вот, в Диленде. И вот, смотрите, сделала такой вот сет симпатичный, сделала паталью и текстурной пастой вот эти, вот это перо. Нет, оно вот так должно быть. Перо должно быть вот так, а это должно быть вот так. Или наоборот, вот так. Я не знаю, как лучше, как уж они решат повесить. Надеюсь, им понравится. Ну, в общем, все сделано по талию. Буду смотреть, что вы будете говорить. И еще я сегодня рисовала абстракцию. Девушку я рисовала абстракционную. Вот, сделала наброски на маленьком листочке, потом поняла, что надо на большой переходить. На большом нарисовала и вот раскрашивала. Конечно, краски у меня получились, цвета неудачные, но я буду переделывать ее. Ну, в общем, вот попробовала сделать такую девушку. Ну что, девочки и мальчики, папа работает, мама рисует. Или как там говорили, мама папа работает, мама красивая. Так у нас папа готовит, а мама рисует. Вот такое страшилище рисую сегодня. Клетку закрыла. Покажу вам сейчас. Вот. Смотрите, мордочку уже я здесь поменяла на такой сиреневый цвет. Да? Конечно, вот это все будет меняться. Это первый слой краски наносится на холст, для того, чтобы краску впитал холст. И следующий слой уже идет лучше. И, конечно, следующий слой не будет вот этих мазков. Видите, вот здесь уже нет этих мазков. Вот, сделала немножко скулу ей. Я не знаю. Ну, в общем, вот такой вот у меня рисунок. Пиковая дама или что, как хотите, назовите. Будет все обведено черными линиями, естественно. Все по-другому будет смотреться. Как вот тот рисунок, сейчас покажу. Вот этот, видите, закончен у меня. Я его докрасила, тоже по два слоя краски, делала какие-то, видите, такие тут тени, ну не тени, но обводила. В общем-то, получилось неплохо, посмотрите. Ну и вот тоже таким же был страшным, как вот эта девка. Конечно, и фон, я думаю, буду делать светлым. Просто вот, как я говорю, краски сначала накрасила, чтобы... Купила из сайта Temu с Китая краски. Очень плохого качества краски. Очень плохого. Поэтому я вот их использую сейчас на первый слой. Ой, ну, в общем, вот так. Такая вот у меня мегера получилась. Ну, что там у нас? Как у нас там девушки наши живут? Девушки наши как там живут? Ничего, эскозы. Хорошо. Не нравится тебе, да, что я на середину, наверное, поставила? Вот у нас здесь тарелочка. У нас здесь пить. У меня здесь капельки для нее. Я постоянно ей каплю в рот. Такое, знаете, как лекарство. Оно не лекарство. Называется wet tail. То есть для того, чтобы поддерживать здоровье хомячка. Чтобы была она всегда бодрая. Чтобы у нее витаминов хватало. Вот беру немножко в пипеточку. Совсем чуть-чуть. Беру бусяточку. Ей, конечно, это не нравится. Ей это не нравится очень сильно. Ну, что поделаешь, бусинка, скажи. Мало ли кому что не нравится. Вот так вот я чуть-чуть открываю ротики. Давай, давай. Ой-ой-ой, пипетку-то чуть не откусила. Раз, и еще. Оп, да пипетку-то не кусай, господи. Все. Это, конечно, называется заставлять, потому что так она не будет их пить. Ну, в общем-то, вот я так делаю каждый раз. И все, она у меня
Вот так вот принимаю такие лекарства. С тех пор, как я начала давать ей эти таблеточки, ну, эти капельки, которые врач сказал тогда еще, когда она заболела, вот, он говорит, очень хорошо им давать ежедневно. И я вот даю ей ежедневно, моей девочке маленькой. Да тебе лучше туда не выходить, пока вот нашей Шушеры нет здесь. Я иногда закрываю дверь, и она у меня побегает по кровати, да? Ну, закрываю дверь, чтобы Шери не было. И все. Ну, в основном она, конечно, здесь у нас бегает. Все, всем спокойной ночи. Мы с Шери тоже спать. А я вот такая. Вот, смотрите, даже у меня на руке краска. Мы сегодня с Винсентом. Винсент приготовил покушать. А, вкусненько очень. Покушали. Легли смотреть телевизор, кино. Я как легла, так и уснула. Потом закончилось кино, Винсент пошел спать, и я уже говорю, все, я пошла тогда уже пока бусинку покормлю и потом спать лягу. Ну вот так, такие мы сонные. Бусинка гуляет. Всем пока.